гост из Афганистана 15 февраля по праву считают белорусским праздником. Студенты Академии управления тепло встретили ветеранов. Афганцы со слезами на глазах говорят о трагедии, но делятся воспоминаниями, ведь знать об этом должен каждый. С каждым годом, к сожалению, нас все меньше и меньше. Было более 130 человек. Сегодня пока 40-48 у нас. Очень тяжело. Я часто выступаю. Они должны знать, что было и как, каким огромнейшим потерям мы потеряли годы Великой Отечественной войны. Важно помнить о тех людях, которые погибли, защищая рубежи нашей страны. А это именно те люди, на которых нужно воспитывать молодое поколение. Мы должны помнить о них. У нас есть кем гордиться и есть чем гордиться. И память о данных событиях учит молодежь ценить мир в нашей стране. Тем более это актуально год мира и созидания. Накануне встречи в Академии управления уже прошел урок мужества с афганцами. Ранее студенты и преподаватели посетили музей Великой Отечественной войны. Такие встречи памяти ежегодны. Для нас это действительно день общей памяти и общей боли. Мы помним всех белорусов, которые погибли в Афганистане. Для нас этот день, когда ребята получают образцы долга, чести, готовности белорусского народа исполнять свой интернациональный долг и противостоять терроризму. Военный конфликт в Афганистане продолжался почти 10 лет, с 1979 по 1989 годы. В войне участвовали почти 30 тысяч белорусов, погибли 771 человек, 12 числится пропавшими без вести. Дарья Нищедим, Илона Глинистая, агентство «Минск Новости».